На стадионе «Электрон» в поселке Красково прошел футбольный турнир «Осенний кубок Спартака» среди мужских команд. Ну, мне нравится футбол тем, что надо думать очень много и быстро все делать. Мы уже последнюю игру играем, и счет 7-0 в нашу пользу. Если мы выиграем в этой игре, то у нас первое место. В рамках турнира на поле встретились спортсмены из всех филиалов и отделений футбольной школы «Спартак-Люберцы». В соревнованиях принимали участие мальчики 2015, 2016 и 2017 годов рождения. Всего в этот день на поле сыграли 8 команд. Каждая игра проходила в один тайм по 20 минут. По итогам встречи тренеры команды красно-белых наградили лучших игроков. А победителям турнира вручили кубки, медали и специальные призы. Сегодня представлены на этом турнире 8 филиалов, которые в очень такой упорной борьбе сегодня разыгрывают, выявляют лучший филиал среди всех остальных. Филиалы лингвистическая школа, 2 команды выставила, 26-я школа, ИТЛ, футболисты, которые занимаются непосредственно в манеже, и 15-й лицей, чтобы дети понимали, что тренируются они для того, чтобы потом, впоследствии, выходить и играть с соперниками из других команд, из других филиалов. Естественно, пропаганда здорового образа жизни и любовь к футболу.